Шагай, шагай, давай. Куриные лапки. Пупочек. Пупочек. Вот так, у нас медведь любит суп грибной, из ямы грибной. Такой он пацан. Пойдем колбасу есть. Как лечим? Вот так лечим. Пойдем тогда работать будет. Подрабатывать. Ну вот, чего, чего это? Пахта. А кто козу кормить будет? Так я старый. Вот, вот, с куриными лапами. Это индюшка, глупый. Куриный, знаете, у меня куриная голова у тебя. То ты морду лица мне хочешь. Ну-ка давай, улыбку задави. Вот умничка, дочка, а, молодец. Друзья, давайте с самого начала разберемся с одним недоразумением. Это я про отсутствие уведомлений о новых видео. Кликаем по колокольчику, выбираем все. И все. Теперь уже точно никогда не пропустите свежак на этом канале. Сегодня сходка с Ростом. Опять. Он в очередной раз решил посетить Белокаменную. Ну и я тут как тут. В этот раз нажираться не планировали. Да и приниматься, честно говоря, тоже. Если еще есть те люди, которые не видели нашей предыдущей встречи, то вот, подсказочка вылезла. Обязательно ознакомьтесь, но только после просмотра этого видео. А на какой почве? Сегодня угораем чисто по стикерам. Я их взял для того, чтобы было чем заняться в дороге. А? Ну так поинтереснее. Да. Точно. Что, прикладывается? Ну ладно, давай. Савеловское направление. Тут всегда было очень много самых разных кусков. Но в последнее время что-то как-то жиденько. Тут одну из двух. Либо гоняют, либо просто краска уже стала такой неподъемной, что многим не по карману. Или еще один вариант. Интерес к граффити значительно охладел. В чем лично я сомневаюсь. Напиши в комментариях, по-твоему, в чем тут причина. Или мне одному так кажется. Короче, план такой. Сейчас пересекаемся с Ростиком и компанией и идем на небольшую закупочку. Надо прикупить краски. Так вышло, что у каждого с собой был рулон стикеров. И вопрос, чем будем заниматься по пути, отпал сам собой. Это место воровских звезд. Да я сразу об этом подумал, когда делал. Только, наверное, смотришь туда. Каллиграфию. Что, летим, нет? Я думал, ты просто достал стикер, чтобы наклеить его. Я, да, я сейчас пойду к нему столба и такой, типа, раз. Он уже волосатый. И похуй. Как говорил Векман, мне вообще похуй, что за стикер тут произойдет, просто чтобы ты его наклеил. Правильно? Правильно. Правильно. Вот и я так хочу. Правильно? Правильно. Пару слов о теггинге и стикерах. Объективно, стикеры наносят гораздо меньший урон городу, чем теггинг. А соответственно, притянуть за вандализм становится в разы сложнее. В нулевых московский метрополитен был сплошняком заклеен. Наклейками околофутбольного содержания, афиши грядущих мероприятий и концертов. Сейчас уже который год все эскалаторы такие чистенькие. Видно, что за этим стали следить. Хорошо это или плохо, судить не берусь. Вообще похуй. Есть как есть. Бахните кто-нибудь. Как мужчина, честно, с утренней.
Короче, мы сегодня идем в арт-квартал. Это магазин, с которым Володя сотрудничает. Я испытываю весьма смешанные чувства, потому что, по-моему, это что-то типа Леонардо. И, ну, типа, знаете, там вот эти все приблуды для модных художников, для людей, которые рисовать умеют. Ну, как бы, нам не по пути, нам просто не по пути. У меня кончился черный. Этот цвет занимает важнейшее место во всем моем творчестве. Поэтому к сегодняшнему выбору отношусь максимально ответственно. Так как выбрать-то есть из чего. И это, кстати, самый терзающий момент, когда у тебя очень ограниченный бюджет. Потому что хапнуть-то хочется сразу все. Давайте позырим, что тут есть. О, моя любимая Ольф. Ну она дорогая, блин, все равно. Не, ну за... Не, ну за 730 я бы не купил, на самом деле. Вот у меня вот такой вот сейчас дом. Сколько? Слушай, я вот такой вот юзаю, у него как бы вообще все как бы хорошо, но с задней стороны, там, вот где фиксатор есть, он люфтит немного, мне вот это не нравится. Вообще очень топовый режек, его можно и перетачивать, то есть на свете с ним делать, очень рекомендую. Я мешвы, кстати, как-то раз снимал. Когда я снимал мешвы, он мне понравился, потому что он очень острый, там прям кончиком так в рану залезаешь, подрезаешь, было удобно. Слушай, а это что вообще такое? Зачем такой? Ну, форм-фактор. Ну, как бы для больших, как бы ответственных, толстых работ. Я нацелился чисто на акрил. Ну, потому что на данный момент это мой материал. Хочу познать его полностью, а уже потом пересаживаться на что-нибудь другое. Кстати, на удивление, здесь довольно много маркиросов. Ну, Костя. Слушай, мне кажется, это что-то для искусства, потому что за 253 рубля я бы такое не купил, если честно. То есть, ну, типа, если бы я бы взял это потегать, я бы просто пейнт обычный взял и не парился бы. Это, типа... Перебор какой-то. Можно из гуаши соли доварить, как бы, знаете, там вот набор гуаши можно вот купить и сварить соли. Что это вообще такое? Вон. Ну, а мне кажется, это что-то типа слаймеров. Но это слишком дорого, мне кажется. Блин, за 282 рубля, как бы, на канале есть видос про акриловую краску и слаймер, можете посмотреть. Как бы все то же самое, но дешевле в очень много раз. Рост топит за DIY подход. Конечно, все зависит от конечной цели, но, на мой взгляд, когда речь идет о создании предмета искусства, экономить на материалах ни в коем случае нельзя. Поэтому мы обращаем свой взор на акрил хай-класса. Так, ну вот, что я так искал долго. Но он опять же синий какой-то, черного нет. Придется брать синий, потому что остальные цвета мне нафиг не нужны. Мне нужен на контур. Потому что когда я только начинал рисовать, один художник мне сказал, что это прям топ-топ. И я шел к этому 10 лет, чтобы взять какую-то первую баночку свою. Давай посмотрим. Вот, кстати, это первый акрил, которым я начал пользоваться. Очень, кстати, годный. Никаких порицаний. У меня первый акрил был Ладога. Так она-то тоже присутствует. Ну, я просто помню, что мне говорили, что русские, ну, не совсем классные. Красота. Типа, я такой думаю, ну ладно, смотри, как стильно. Вообще стиль. И стоил он, по-моему... Чуть подешевле, чуть-чуть. 350. Раза в два. Не, ну ее, кстати, надолго хватает, что не говори. Не, это тоже какие-то скетчевые маркеры тоже. Скетчевые. Если я сейчас найду какую-нибудь классную кисть, то я, наверное, кисть возьму больше. Вероятнее. Давай застрахуем. Да, ну не пишет вообще. Нужно что-то делать, чтобы она как-то делать. За такие маркеры шаришь? Плоско, да. Короче, это, ну, это типа как пейнт, только дороже в миллиард раз. И, не знаю. Я, кстати, так и не понял их понта, потому что их очень много кто использует, ну, типа для скетчей, для всего остального, но я так и не понял, в чем выигрыш, как бы. Я вообще не могу такими рисовать, то есть что Молотов, вот который One for All, ну, у меня просто не получается. Мне как-то очень криво ложится. Мне типа, ну, не идет, не знаю, не мое, короче. Ну, конечно, это хорошо. У меня таких на работе куча. Это вот помп вроде. Нет, да. Да, это помп. Который почему-то обратно не стал. Помимо всего прочего, мне же нужно еще чем-то наносить эту краску. Можно не придумывать велосипед и тупо взять кисть по классике. Но так как новое тысячелетие разменяло уже третий десяток, чувствую, что все-таки надо уже идти в ногу со временем. Мне предложили обратить внимание на браш-пены. Ну смотри, здесь, как я понимаю, типа браш-тип, он такой мягенький, типа как кисть.
А с этой стороны обычные плоские. Это, блин, сколько стоит? Слушай, может не такой черный взять? 333. Ну, это, кстати, не самый худший вариант, на самом деле. 344, 333, да. Ну, типа, не самый худший вариант. За место кисти взять такой попробовать себе, что-то. Ну, кисть хорошо должен работать. Но не конкретно такой, а кое-что посерьезнее. Кисть с резервуаром под чернила. Новое ощущение. Блин, хочу. В таком случае беру и Polycolor, и Color Brush. В арт-квартале действует мой промокод Кадама, который обеспечивает всех шарящих скидкой 10%. Как офлайн, так и в онлайн формате. Вся полезная информация в описании. Че купил? По-моему, максимальный стиль. Обязательно затестим все это добро в ближайшее время на стриме. Поэтому, если тебе интересно, то подписывайся однозначно. Ваши лайки и комментарии дают свои плоды. И каждый день на мой канал подписываются новые люди. Блин, спасибо вам за это. Сейчас моя сиська в кадр пойдет, тебе бан дадут. Я подрежу. Я тебя сам подрежу. О. Ну что, класс. Ну, стильно, я считаю. Увидимся уже совсем скоро.